Всем привет, дорогие друзья, с вами Лёха, мы продолжаем проходить Resident Evil 3. Так, судя по всему вот этому безобразию, нас походу готовят к чему-то реально жесткому. Пошептали столько гранатомета, что пиздец. Дрободан сделать, не сделать, пускай лежит нахуй. Один. Стоять, записулька. Протокол ликвидационного центра. Данное помещение предназначено для ликвидации результатов биоэкспериментов НС-2. Ну, блять, да. Мощный растворитель обеспечивает ликвидацию любого биологического материала, живого или мертвого. При использовании ликвидационного центра соблюдайте все протоколы безопасности. Перед началом ликвидации убедитесь, что в помещении нет сотрудника. Всегда используйте предписанный объем раствора, независимо от размера или массы материалов. Если материал реагирует агрессивно, не прерывайте процесс. Оставайтесь в помещении. Оставьте помещение наполненным минимум на 12 часов, а перед сливом убедитесь в полном растворении материала. Сейчас, короче, мы будем его... Господи, что это такое? Бля, это называется, короче, Джилл пиздец. Да, и гранатомета дают пизда, нахуй. Сейчас будем, короче, ебашить Немезиса. Вакцину проебала, блин. Что это тут у нас? Ах ты, пидарас. Никого не смей! Городу нужна эта вакцина! Больше, чем мне? Сдается мне, что все уроки жизни, которые я тебе давал, были напрасны. Да, жизнь человека бесценна. Но я здесь, чтобы зарабатывать. Давай договоримся. Ты идешь и сражаешься с Немезисом, а я все записываю и продаю боевые данные. Устрой хорошее шоу, и, возможно, я отдам вакцину. Согласны? Отлично. Пидорас, блин. Здорово, блядь, пидорас. Серьезно, для пистолета, блять, патроны. Да, блять, как так-то нахуй? Я умер, да? Нет, живу. У меня вери хуёво. Джилл, это ты? Карлос? Я буду направлять тебя. Отлично. Давай. Я уж понял, нахуй. Он за первым баком. Он за номером один. Давай, порви, уёбка. Ну
Да блять, как надо? Еще живу пока. Опять гости. Чё, блядь? Чел, держись! Опять бегать пошел, блядь. У тебя гости! Номер 8! Он мой! Да блять, уворачивайся ты, дура, блять. Внимание, да? Ну, я думаю, по времени мы еще. Да блять, он меня зажал нахуй. Иди нахуй. От меня, блядь. Опять гости. У тебя гости. Гости, гости, дорогие. Номер два. Хватай его, давай. Поднимешься на нем. Он еще не умер. Тони. Ну же. Давай. Жил назад! На нахуй, ебать. Он не умер. Залезай! Он не умер. Он сейчас в другую стадию обратится, блять, вот базарю. Ха, давай. Ага. А, нет. Отлично, встретимся наверху. Ну что, Коленька, я иду. Коленька, блядь, пизда тебе, колясик. Надо забрать у него вакцину. Колясик, тебе пизда. Не, давай, 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 для дробаша сделаем. Достать, достать, достать. Ой, справочник по созданию, нахуй, давай тоже. Оружие.
мощное оружие позволяет полностью уничтожать цель. Потрясная штука, тиран Бузит. Пригрозите ему фингере. Проблема решена. Великолепная огневая мощь не помешала. Более тонкая настройка. Низкая мобильность может стать проблемой в тесно-полевых условиях. Может платформа улучшить? Требуется несколько источников энергии, что сложно обеспечить бою. Может объединить источники. Чё, блядь, взял? Хуй его просышь, блядь. Отдавай вакцину, больной ублюдок. Не-не-не-не. Ты приносишь деньги, а я люблю деньги. У нас впереди еще много работы. Опусти пушку! Живой пидорас. Ага. Хоть когда-то видела подобное? Данные о нем стоят миллионы. Но, сама понимаешь, город вот-вот взорвут, а жизнь человека бесценна. Удачи! Николай! Чил! Останови Николая, у него вакцина. А как же ты? Время на исходе, я справлюсь. И не сомневаться. Пизда. Чтоб ты знал, это последний, блядь, раз. Ха-ха. Одолейте существо. Заебись. Ебать, ты что, серьезно, мадам? Застрял, блядь. Не хватает питания. Что, понравилось? Еще Мне вырехуй его, да. Делать еще. Давай нахуй, сука. Давай прям ебасоску ему нахуй, давай. Хуя себе, ебать. Вот эту дырочку сделали. Аривидерчи.
А, я думал, нам туда. Бля, потный тип, конечно, блядь, всю игру нас пиздошил. Нельзя позволить Николаю уйти с вакциной. Так за ним же этот пришел, блядь. Надеюсь, как Карлос он... остановил. А, Карлос, точно, блядь. Клиент поручил мне уничтожить Амбреллу. 10 минут до ракетного удара. О! Ракета запущена. Мне пора. Прощай, Джилл Валентайн. Жаль, ты не прислушалась, когда еще был шанс. Ну, стреляй ты, блядь. Я, блядь, ебашится. Джилл! Стреляй! Не могу! Тебя заденет! Давай! Ты должна! Выхода нет! Карлос! Эй! Жестоко оставлять тебя в мире без Карлоса. Так я ему в голову стрельнул, блядь. Жестоко. Да бей эту суку, нахуй. Почему? Ради чего? На все есть своя цена. Даже на мир в огне. На кого ты работаешь? Расскажу. Так, ребят, прервемся. Если выпишешь. Продолжаем. Заплачу сколько захочешь. Ты дура! Если я умру, тебе не узнать правду! Убей его нахуй. Поработаю немного, детектив. Ты цела? Да хули ей будет-то? Вот она. Ну да. Не, какое-то странное у них оружие, как, блядь, ядерное. Могли бы сделать какую-нибудь хуйню, которая это взрывается, какую-нибудь волну ебашит, которая именно только на органику. Типа тоже вируса какого-нибудь. Когда жар взрыва окутал нас, я чувствовала холод и пустоту. Столько смертей, и причиной им был не вирус, создавший монстров, а жадность. Человеческая жадность.
И тогда я решила. Пепел Ракун-Сити станет и пеплом Амбреллы. Я уничтожу их. Раз и навсегда. Ну вот, прошли мы Resident Evil 3, да, ребят. Что могу сказать про третий Resident, да? По сути, от второго Resident, да, от ремейка, ну, вообще ничего не поменялось абсолютно. То есть все то же самое, только третий Resident, да. Немножко про другое рассказывается до событий второго Resident, да, я так понял. Или во время как-то это все переплетено, наверное, скорее всего, как-то третий, второй Resident. Я особо не шарю в каноне Resident, ребят, уж извиняйте. Я, насколько понял и понимаю, то, что это либо вместе переплетены они между собой, либо, короче, блядь, немножко раньше третья, чем вторая. Вот. Что еще сказать? Да, в принципе, сказать нечего, блядь. Будем ждать с небольшим... С огромным желанием будем ждать, чтобы поиграть в седьмой Resident. Да, блядь, почему седьмой-то, сука, ёбаный свет? Восьмой, Village, который, по-моему, должен выйти в мае, да? Обязательно будем его проходить. Вот. Ну, а так, спасибо, что посмотрели мое прохождение. Надеюсь, вам оно понравилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте мои видео. До скорого.